Всем привет! Это я, Ники2004, и сегодня мы будем играть опять в The Elder Scrolls 4 Oblivion. Вот, это все тот же персонаж, вот его характеристики, тут уже, может, кто-то замечает изменения, то, что я вот прокачал акробатику и все такое. Скрытность 1% уже. Ну ладно. Подожди, а сколько скрытность у меня? 36? А, ну да. Сегодня мы будем проходить провинцию Валенвуд. Вот тут вот стоит маркер, и будем идти вот так. Ну, тут, конечно, карта не до конца сделана. Вот это ж как-никак Обливиан, ну, мод все же. Как я вот меч из мода. Не знаю, какого, правда, там. Вот. Вот тут вот стоит, короче, шатер, и там продают оружие. Там у меня и броня была, помните? Вообще, давай, подходи. Ну вот, все. Вот видите, блин. Я камни душ с собой не ношу, потому что тут посмотрите, сколько у меня. Так. Волчий отравитель. Да. Так, значит. Из брони у меня здесь кольчужная пустынная из мода на Эльсвейер. И сейчас я в мифриловой. Это без модов. Ну и легкие железные. Да. Легкие. Не знаю, идти по дороге. Вот там квач. Кстати, не помню, как квач с немецкого переводится. Это как-то... То ли глупый, то ли еще как... Не, глупый это дум. По-немецки. Ну, с немецкого. А вот кваш, там тоже какое-то смешное слово. Или неуда... Вот что-то типа того. Я потом посмотрю в следующем видео, когда я буду проходить не вдоль, а поперек. Я скажу. Сейчас тут как-то создатели вообще никак не... заморачивались с ограничителями карт. Ну, то есть просто идешь, и с тем насрать. Блин, шлем. Это легкий, если что. И все, там можно пройти даже в Моровинт, и... Как-то так. Я вообще, если честно, не понимаю, почему они не поставили ограничители карт. Или почему они не сделали такое в Skyrim. А это что? Так. Это где-то... Так, нужно обойти. Ой, блин, ударился. Давай, подходи. Ну все. Да выебывался. Пацанчик. Паучара позорно. Вот тут вниз, что ли? Только б не разъебать. Я даже сохранюсь. Стабильный 60 FPS почему-то показывает. Вот 63 даже. Ну вот, короче, вот. В этом углу, кто, может, снимал когда-то. Не буду говорить приложение какое. Кому надо, тот может посмотреть старые видео. Вот тут вот вверху до сих пор стоит ссылка. Ну, это я сейчас просто, можно сказать, лицензион скачал. Но точно не буду говорить. Да и... Что за на... А, квач, он же там. Блин, тут опасно так делать. Тут же так пройтись. Ну. Я лучше от третьего лица буду. Сейчас что-то от третьего лица как-то менее стабильно FPS показывает. Ну ладно. Или нет. А, так же. Стабильно. Я вот не знаю, последнее время какие-то проблемы у меня с компом по... Ну, не, в смысле не проблем, нет, все тянет, но на Direct 11 у меня Direct 12 на компе. Я смотрел. Я даже специально посмотрел в интернете, какую команду там нужно набирать в строке, ну, чтобы открыть сведения о компе. Ну, у меня Windows 10. И так что у меня... 12-й, а это очень даже заебись. Он вроде самый последний на это время. Вот как я сейчас снимаю, это 2020 год.
Он сейчас последний. Ну, по числу посмотрите. Сейчас 12 мая. Так что, не знаю, не знаю. Скорее всего, я вот даже вскрывал комп, смотрел, что там внутри. Там много пыли. Ну, мне посоветовали. Либо, значит, либо надо поменять термопасту, либо же, либо нужно же почистить просто комп от пыли. Fallout 4 у меня, ну, тоже периодически может комп просто выключиться. Кровать повышена. Но это связано, не знаю, с чем. Это началось после того, как какая-то хуйня с проводкой началась. Ну так все заебись. Вообще нихуя не проработано. Ну да похуй, я иду и иду. Будем считать, что это дорога, на которой растут деревья. Так что так. А там есть лес. Ох, что ж хочу сказать. Ну, скорее всего, нужно комп от пыли почистить. Потому что я посмотрел, там не слишком много пыли. Как и надо на картинках, там целые, можно сказать, брикеты пыли из компа. У меня не так много, потому что я вскрывал комп где-то год назад, в мае. Когда у меня проблемы начались. Я еще тогда систему пришлось переустановить. Ужас, ужас. Но, с другой стороны, у меня все начало работать еще лучше. Если бы не это все, я бы, наверное, никогда бы и не поиграл бы в Fallout 4. У меня даже комп, наверное, мощнее стал после этого всего. А так у меня комп... не знаю даже. Наверное, мощный. Я играю во всех играх на максимальном. На максимальных настройках, самых высоких. Ну, кроме Fallout 4. Но мне выдало, потому что то, что нужно высокие. Ну, я такой подумал. Ну, и высокие так высокие, что с того. Я буду играть на высоких, а не на ультра настройках. На ультра настройках я играю в... 3К? Да что? Вот мы и нашли. Ой, ёбаный в рот, там если упасть будет пиздец. И это еще тут только. Еба! А там вот видно, похоже, Эльсвейер. Ладно, ребят, сохраняемся и... У-ху! Ох, сейчас думаю, пиздец, сейчас въебнусь. Ой-ой. Ха! Че ты смеешься, ебанутый, блядь. Ты умер, нахуй. Ладно, пацаны. Это... Даже до половины... Не, половину прошел, но думаю... Я не доберусь до конца. Можно, конечно же... Сейчас. Я тогда скадом попробую. Блин. Сейчас. Цель. Чтоб прокачалась у меня акробатика. Ну, или атлетика, я не знаю. Лучше не... потому что прыжки не засчитывают. Нихуя. Так. Сейчас. Ладно, сейчас. Так, это... Мне позвонили. Так, ладно. Охуенные текстуры. Бля, блин, такая заебенная игра. Нет, тут все же есть ограничители карты, но... Там вот, наверное... Да, тут начинается вот по границам, тут Эльсвейер начинается. Так, ладно, идем до маркера, который я поставил. Так, сейчас. Эх, уже тут красивое небо. Fallout 4, оно получше. А, ну так что я хотел сказать насчет компа. Комп я почищу, не знаю, что будет, что не будет.
Надеюсь, все будет нормально, потому что тогда, когда у меня начались проблемы с вылетом Fallout 4, они именно начались после проблем с проводкой. Но, возможно, за месяц, когда я комп, ну, не играл, то пыль могла собраться, и сейчас ее еще больше. Хотя я на Новый год играл, все нормально было. Ох, не знаю, что за хрень, но... О, ладно. Скорее всего, термопасту буду менять. Если не поможет. Ну, должно помочь. Я в это верю. Я знаю, что так будет. Все будет нормально. Хоть скриншот делай. Ладно. Мне вот тут сделано красиво. Я обещаю, что когда я... Вот если я почищу и все будет нормально с компом, я засниму видос про Saints Row 3. Я не знаю, почему оно, ну, мне не может дать поиграть на Direct 11. Ну, там есть ярлык. Мне кажется, то, что мне нужно скачать... А может, другого производителя... Ну, какого производителя? Ладно, не важно, а то сейчас подумайте, что я не со Стима скачиваю. Ну, эту-то сборку я явно не со Стима скачивал, потому что в Стиме я бы вряд ли бы такое бы скачал бы. Там сборок модов нет. Все, дошел до конца карты. Сколько там до конца вообще карты, в принципе? Ладно, пойду еще дальше. Опа, спустя долгие утомительные часы тренировок, прыжков и контролируемых падений, вы стали экспертом в области акробатики. Теперь на прыжки вы тратите в 2 раза меньше энергии. Ай. Я потому что... Сейчас проверим. О, слушайте, а ведь реально. 2 раза меньше энергии. Я забыл тогда включить. Когда падал. Значит, я бы не упал бы. Умер бы. Да, ограничители карт тут не стоят. Ну и слава богу. Что-то по-уебански, блядь, ограничивать карты. А, все. Ладно, думаю, всем удачи, всем пока. Вот что ждет за пределами карты. Вот начиная вот, наверное, отсюда. Примерно. Так что... Все, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо тем, кто подписался на мой канал. Спасибо тем, кто поставил лайк. Спасибо тем, кто поставил дизлайк. Спасибо тем, кто написал комментарий. Плохой, хороший, спасибо все равно. Спасибо тем, кто играет в Oblivion. Спасибо тем, кто сказал мне спасибо. И спасибо тем, кто нажал на колокольчик, чтобы получать уведомления. Меня. Всем удачи, всем пока.